очень понравился. Пускай так говорят. Хотели лучше? Понравился, очень хороший. А что значит хотели лучше? Ну, я давно не вот в этом совете не была. Ну, все хорошо играли. Жизнь, в общем, показали. В самом деле такая же будет. Приятно. Спасибо. Все такие были. Спасибо. Неплохо. Неплохо. Ну, так, не шедевр. Ну, а почему не шедевр? Чего не хватало? Ну, просто, потому что пьеса сама по себе. Очень замечательно, нам очень понравилось. А чем понравился? Музыкальный, хорошая игра актеров, и сама пьеса хорошая, постановка хорошая. Угу. Спасибо. А чем понравился? Ну, веселый, смешной. Понравился. Просто спектакль получил удовольствие. Добро зло не победило. Но все равно не тетикая осталась при ней и при всех. Сейчас на всем нашей жизни. Игра хорошая, прекрасные актеры. Чем понравился? Да всем. И тем, что такая музыкальная вещь, танцы хорошие, игра очень приятная, замечательная, содержание, современность. Здорово. Отлично. Ой, нам очень понравилось. Да, понравился. Игра очень, очень хорошая. Даже понравился. Да. Состав тоже понравился. Так противоречиво. А почему противоречиво? Пани Дульская нам сама не понравилась, пани. А Бондарин? А... Как это в целом понравилось? А что понравилось мне? Понравилась игра актера. А кто-то особенно? Да, Ольга Кабо понравилась. Спасибо. Прекрасные. А чем понравился? Ну, понравилась фабула, понравилось, как играют. Понравились артисты, все нормально, хорошо. С хорошим настроением вышли. Спасибо. Замечательно. А чем понравился? Вы знаете, ну, и содержание, конечно, и прежний стиль того, что раньше господа так относились к этому. Но вот с умом поставили спектакль. Спасибо большое. Мы с удовольствием сами. И веселый. Спасибо. Знаете, замечательно. А чем понравился? Ну, во-первых, Татьяна Бестаева очень понравилась. И Ольга Кабо великолепная. Все вообще отлично. Очень-очень довольна. Спасибо. А чем понравился? Ну, все понравилось. Все артисты и молодежь так играют хорошо. Молодцы просто. Очень замечательно. Нам очень смешанные чувства. Да. Но вообще скучно не было. Двойственное. А почему двойственное? Ну, вот главная героиня нам не очень понравилась. Да, нам не понравилось. Молодежь очень хорошо играла. Кабо, конечно, было бесподобно. Да. Как-то главная героиня. Дикция, конечно, страдает. Или там вот микрофоны плохо, да. Но также смотрела «Преступление наказание», тоже не понравилось. То, что приходится напрягаться, прислушиваться, что говорят на сцене. Спасибо. Ну, я же спектаклем давно же. Играю замечательно. Просто, знаете, мы шли на другой спектакль вообще. Мы шли на другой, попали на это. Вообще-то подумали, что с вами Кричинский. А что, почему вы спрашиваете? Спасибо. Это сайт видеоотзывов для зрителей. Ага, спасибо. Очень хорошо. Мне очень нравится, все очень традиционно. Такие декорации, такие костюмы. И, конечно, и такая игра актеров. Да. И сам пан Дульский просто прелесть. Это просто высший уровень. Без единого слова, только с жестами. И он создает образ, он создает персонаж. Так что это замечательно. И вообще спектакль, конечно, на хорошем уровне. Вот получили удовольствие. Спасибо большое. А вы кто?